Здравствуйте, ребята. Кого нету? Сегодня нету Зацинкованного, Курбанова и Джабанова. Спасибо всем. Так, ребята, домашнее задание. Что было у нас? Кто скажет? История распада СССР. Ты что, приготовил сегодня? Презентацию. Ну, выходи тогда. Процесс распада начался во второй половине 1980-х годов. В ходе перестройки, когда генеральный секретарь ЦК КПСС 1985 по 1991 Сергей Горбачев инициировал проведение реформ, направленных на экономические устранения, гласность и демократизацию государственной и общественно-политической деятельности. Александр, хорошо ты сделал презентацию. А кто такой Михаил Сергеевич Горбачев? Генеральный секретарь ЦК КПСС. Молодец. Дальше продолжим. Одним из главных признаков и проявлений распада СССР явилось стремление союзных республик большей государственной и экономической независимости от союзного центра, парад суверенитетов. В сентябре 1991 года Союзный центр и главы союзных республик признали независимость. Почему СССР распался, Александр? Они стремились к государственной и экономической независимости. Молодец. Дальше продолжим. В течение последних лет существования СССР на его территории начались или получили новый импульс. Ряд межнациональных конфликтов. Карабахский конфликт, грузино-абхазский конфликт и грузино-южно-сетинский конфликт. Конфликт в Приднестровье и другие. Произошел экономический кризис. Из-за этого распалось СССР. Молодец. Дальше. Распад Союза СССР совершился подписанием Беловежских соглашений и Алматинской декларации 8 и 21 декабря 1991 года, соответственно, которые учредители Конфедеративный Союз большинства бывших советских республик Содружества независимых государств. 25 декабря 1991 года президент СССР Михаил Горбачев сложил свои полномочия, а на следующий день, 26 декабря 1991 года, Совет Республик Верховного Совета СССР принял декларацию о прекращении существования СССР. Хорошо, ребята. Молодец, Александр. Сегодня очень хорошее домашнее задание. Кто еще готов, ребята? Кто скажет? Мы с вашим Богданом готовы. Хорошую презентацию. Хорошо, Дархан. Выходите, Богдан. Дархан. Распад СССР. СССР на момент распада занимал почти 1/6 часть обитаемой суши Земли с населением 293 миллиона человек, а также второе место в мире по уровню промышленного производства, 16,5 мирового объема и 7,7 место в мире по уровню национального дохода, 3,4%. СССР было образовано на территории, которую в 1917 году занимала Российская империя, без Финляндии, часть Польского царства и некоторых других территорий. Советская власть на этой территории установилась в результате Октябрьской революции в 1917 году и последовавшей за ней гражданской войны. Хорошо, дальше. 30 декабря 1922 года РСФСР, Украинская ССР, Белорусская ССР и Закавказская ССР объединились в одно государство. Союз СССР с едиными органами политической власти со столицей в Москве, с сохранением де юре за каждой союзной республикой права свободного выхода из союза. Хорошо, Богдан. Богдану вопросы есть, ребята? Кто скажет? Какие вопросы есть? Так, Богдан, кто такой Ельцин и Крючков? Ельцин это был
когда развалился СССР, был рассматриваем, это был первый президент Российской Федерации. Угу. Как Кучко, я могу сказать также, он был первым президентом после распада СССР, украинец, Украины уже. Хорошо, дальше продолжаем, ребята. 22 июня 1941 года Германия при поддержке союзников напала на СССР. Началась Великая Отечественная война, после победы, в которой СССР стал наряду с США сверхдержавой. США полностью так называется? Соединенные Штаты Америки. Хорошо, дальше. Советский Союз доминировал в мировой системе социализма, а также был соучредителем ООН, постоянным членом Совета Безопасности ООН с правом вето. Так, подожди здесь, Богдан. ООН, что это? Ребята, кто скажет? Михаил? ООН расшифровывается как Организация Объединенных Наций. Молодец, дальше. Дархан, ты продолжишь, да? Не последний. Я сейчас. Согласно положению Конституции 1977 года, СССР провозглашался единым союзным многонациональным социалистическим государством. Союзные республики считались суверенными государствами. Порядок выхода республик из Союза с 1990 года регулировал специальный закон. Хорошо, молодец. Союзная республика имела право вступить в отношения с иностранными государствами, заключать с ними договоры и обмениваться дипломатическими консульскими представителями, участвовать в них из международных организаций. Среди 50 стран основателей ООН наряду с СССР были и две его союзные республики – БССР и УССР. Хорошо, Дархан, продолжай дальше. Из-за низкой эффективности экономической системы, сильной независимости от цен на энергоресурсы, существенных расходами на гонку вооружений, массового дефицита товаров, международных противоречий и других проблем во второй половине 1980-х годов, в СССР произошел экономический и политический кризис. Обустроилось внутреннее политическое противостояние, попытка реформирования советской системы, демократизация, переход к рыночной экономике и многопартийности. Не помогли решить накопившиеся противоречия. В 1988-1991 годах произошел ряд законодательных конфликтов между Союзным центром и Союзными республиками Чехии разделом перестройки в 1980-1991 годах. Последствия всех этих событий привело к распаду СССР. Дальше. 17 марта 1991 года состоялся всесоюзный референдум сохранения СССР, на котором 77-85% граждан Советской Республики, принявших участие в референдуме, высказали за сохранение Союза как обновленная федерация равноправных социалистических суверенитетов. Так, хорошо, ребята, давайте подведем итоги этой темы. Я вам несколько вопросов задам. Кто такой Михаил Сергеевич Горбачев? Кто ответит? Богдан? Это генеральный секретарь ЦК КПСС. Михаил Сергеевич Горбачев, да? Молодец, садись. Так, хорошо, второй вопрос. В каком году распался СССР? Кто мне ответит? Суров? СССР распался 25 декабря 1991 года. Молодец, садись. А в каком году независимость Республики Казахстан? Браво. В 1991 году, 16 декабря. Правильно, молодец, Михаил, присаживайте. Так, ребята, я в конце урока хочу вам видеоурок показать. Давайте посмотрим и послушаем. Со времени распада Советского Союза, в составе которого находилось 15 республик, уже прошло 26 лет. И в этом ролике мы выясним причины, почему же распался Советский Союз. В 1989 году правительство официально признало экономический кризис.
Данный период характеризовался главной проблемой Советского Союза – товарным дефицитом. В свободной продаже не было никаких товаров, кроме хлеба. Население переводят на специальные талоны, по которым можно было получить еду. Предпосылками для всего этого было снижение мировых цен на нефть. Это привело к тому, что за два года внешнеторговые обороты снизились на 14 миллиардов рублей. А также чернобыльская трагедия серьезно ударила по экономике. Рост экономики начал замедляться с приходом власти Брежнева, а уже в конце его правления стало стагнировать. Огромная страна держалась на идее построить светлое коммунистическое будущее. Идеалы коммунизма прививались с рождения, а любые попытки думать по-другому жестко пресекались. Советский Союз был образован фанатиками идеи. К власти приходили только ярые революционеры и фундаменталисты коммунизма, а таких с каждым годом становилось все меньше и меньше. Также стоит заметить, что происходило и старение властных элит. Средний возраст членов Политбюро в последние годы составлял 77 лет. Проблемы возникали и с централизацией власти. Все решалось в Москве, и потому это приводило к таким проблемам. Первое – это торможение деятельности отдельных республик. Им не хватало гибкости в принятии собственных решений. И второе – отдельные регионы многонациональной страны хотели самостоятельно развиваться, ведь у них была своя культура и своя история. В период Холодной войны вся экономика СССР была сосредоточена на гонке вооружений. И так как была плановая экономика, то абсолютное большинство ресурсов вкладывалось именно в развитие военного потенциала страны. Во второй половине 20 века Советы участвовали в десятках войн, спонсировали немалое количество революций, а также регулярно помогали странам социалистического устройства, поставляя им ресурсы, технику и прощая долги. Также не стоит забывать и о политике железного занавеса, которая изолировала социалистические страны от влияния западных. Михаил Горбачев, последний лидер Советского Союза, пришел к власти в 1985 году со своими реформами. Он представил два основных плана – это перестройка и гласность. Суть перестройки заключалась в переходе от социализма к капитализму, только плавным последовательным путем. Удачный пример такой реформы показал Китай. Вторая часть плана – это гласность, которая касалась личных ограничений советского народа. В течение десятилетий граждане жили без свободы слова, религии или печати, а государство арестовывало миллионы потенциальных диссидентов. Горбачевский план гласности дал советским людям право голоса. Однако реформы Горбачева сделали больше для ускорения падения Советского Союза, чем для его спасения. Ослабив контроль над народом и проведя реформы в политической и экономической сферах, советское правительство оказалось слабым и уязвимым для советских людей. Падение Советского Союза также связано со структурой самой страны. Советский Союз был страной, состоящей из 15 радикально различных республик. По всей стране существовали десятки народов, языков и культур, многие из которых были несовместимы друг с другом. В 1989 году националистические движения в Восточной Европе привели к смене режима в Польше, и вскоре подобные движения повлияли на Чехословакию, Югославию и другие просоветские страны. Многие из этих бывших советских союзников стали разделяться по этническому признаку, что лишь подогревало сепаратистские движения в самом Советском Союзе. Также в некоторых регионах начались межнациональные конфликты, особенно на Кавказе, где начались карабахские, южно-осетинские и грузино-абхазские конфликты. Хотя многие факторы привели к падению Советского Союза, историки до сих пор продолжают анализировать внутренние и внешние факторы. И на этом все. Так, давайте, ребята, подведем итог. Я вам несколько вопросов задам. Первый вопрос. 86-го года, декабрьские события. Кто расскажет мне? Можно? Можно, Михаил. Поводом к этим событиям стало смещение с поста Колбина. А молодежь встала против того, чтобы Колбина поставили на место руководителем партии. Молодец, хорошо. Садись, Михаил. Распад Советского Союза. Второй вопрос. Кто расскажет? Можно я? Можно. Пока. Они стремились к государственной независимости. Угу. Вот поэтому распался. Молодец. Дальше очень хорошо. Молодцы, ребята. Третий вопрос. Какой день распался Советского Союза? Кто расскажет? Угу. 25 декабря 1991 года. Молодцы, ребята. Сегодняшний урок очень хорошо отвечали. Так, Богдан, 85 балл, Дархан, 85, Русаков,
80, Муратбек 90, Суров 85, Михаил 80, так, Александр 85, остальные, кто отвечали, кто презентацию показывали, по 75. Все, до свидания, ребята.